И сегодня же в центре Киева произошло ДТП. Полицейская машина, сопровождавшая президентский кортеж, сбила пенсионера. Это произошло на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская. Наружная камера зафиксировала. Регулировщик остановил движение, чтобы машины могли проехать, и пропустил первое авто. В это время дорогу начал перебегать мужчина, и его сбил автомобиль сопровождения. Пострадавшим оказался 88-летний мужчина. Он бывший сотрудник МВД. Его экстренно отправили в больницу. У пострадавшего перелом ноги и сотрясение головного мозга. Сейчас пенсионер в реанимации. В полиции заявили, что по факту ДТП открыли уголовное производство. Будут выяснять, с какой скоростью двигался автомобиль. На ситуацию отреагировали на Банковой. Пресс-секретарь президента на своей странице сообщил, что Петр Порошенко сожалеет из-за происшествия и поручил оказать всю необходимую помощь пенсионеру.